Сказочный уголок. Теперь так можно назвать детскую площадку во дворе дома 5/2 на улице Филипченко. Идея проекта по восстановлению игрового городка для юных липчан возникла у местных жителей. Ее услышали и поддержали газовики Липецкой области. И за короткий срок помогли превратить площадку в красочное место для отдыха детей и их родителей. Непосредственно при участии жителей вот этих домов эта площадка была сделана. Непосредственно участие принимал и общественная организация «Газовик». Эта организация состоит из всех депутатов газовиков Липецкой области. Была оказана финансовая помощь, принимали непосредственное участие в работах, связанных с благоустройством площадки. Я думаю, что там, где газовики, там порядок. Красную ленту на обновленной площадке активисты перерезали вместе с юными липчанами. Для них организовали яркое представление в импровизированной сказочной игре. Для детей провели экскурсию по городку. Новая песочница, спортинвентарь, качели и карусель. Цветочные клумбы и яркие дорожки, беседки. Все обрело первозданный вид. И вот посмотрите, какая красота. То есть общими усилиями не только вот те, кто здесь сейчас живет, но и те, кто здесь раньше жил и сохранил теплые воспоминания об атмосфере нашего двора. В кульминации детского праздника юных липчан ждали подарки и большой концерт от работников газового хозяйства Липецкой области. Дмитрий Курмаков, Дмитрий Кузнецов, «Липецкое время».